Приветствую вас. Значит, смотрите, причин такого состояния может быть несколько. И, пожалуй, первая и самая вероятная причина — это банальная рутина. То есть банальная элементарная рутина у вас на данный момент. То есть вполне вероятно, что все стало просто слишком стабильно, слишком одинаково, слишком спокойно, и вы как пишете, да, что не работаете, то есть он вам вы пишете, что не работаете, значит, и это тоже влияет. То есть вы не занимаетесь тем, что нужно. Да, то есть вы себя никак вы себя никак не реализовываете. Вот. И я думаю, что в этом все дело. Я думаю, что в этом может быть основной момент. Вот. То есть стоит подумать о том, значит, как вы могли бы себя занять самостоятельно. Это первое. А второе, может быть, у вас есть какие-то проблемы в отношениях, скрытые, которые, ну, на данный момент решить вы не можете. Ну, в силу ряда причин. Вот. Такое тоже может быть вполне. И я думаю, что нужно проанализировать ваши отношения, насколько вы хорошо знаете своего мужчину, насколько он хорошо знает вас. А есть ли у вас проблемы, трудности, какие-то разногласия, конфликты. Вот. А, значит, это такой момент. А, значит, ну и последнее, это некоторые проблемы со здоровьем могут быть у вас. А вот. То есть, ну, со здоровьем может подвести. И, может быть, есть какие-то проблемы. То есть, тут я рекомендую вам проверить свое самочувствие. Вот. Я думаю так. Кроме того, своего вопроса вы не задаете. А это важно, чтобы вы задали свой вопрос. Это важно, чтобы вы озвучили его, что хотите.
Вот, ну и, конечно же, вы предоставили маловато информации для анализа, детального анализа своей ситуации. Вот. Вы пишете, что 8 месяцев назад начали жить с парнем. Вот. Значит, может быть, рано, может быть, вы еще не нагулялись, может быть, слишком рано стали жить с ним. Такое, в принципе, тоже может быть. Вот. Тут нужно разбираться, смотреть. Я полагаю, что нужна беседа. Хотя бы одна, чтобы понять, в чем может быть дело, в чем может быть проблема у вас. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Желаю вам всего самого доброго и удачи!